Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» в период новогодних праздников вновь поддержали всероссийскую благотворительную акцию «Елка желаний». Партийцы исполнили желания 30 юных жителей муниципалитета из малообеспеченных семей и семей с трудной жизненной ситуацией. В соответствии с открытками, которыми была украшена елка в Одинцовском офисе партии, единороссы покупали подарки и привозили их адресатам. Набор пластилина, коньки, различные игрушки – все, о чем мечтали ребята.